Vāgi sajusya vadane lakshmīr jasya ca vakshasi yasyāsti hide sambhīt pam nishingamaham bhaje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitraya hriyate naktam vyabaye na chavabaya Diva charth haya rajan kutumba bharane nuba Nidraya hriyate naktam vyabaye na chavabayo Diva charth haya rajan kutumba bharane nuba Nidraya hriyate naktam vyabaye na chavabayo Dibacha arthe haya rajan kutumba bharanenava. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told that the material desire of common people, bonded soul, is so deep rooted. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что материальные желания обусловленные души настолько закрепились в их сердце, что очень метафорически невозможно говорить харикатху им. Они не могут переварить это. Гаудия Гоштипати. Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что материальные желания обусловленных душ настолько глубоко погрузилось в их сердце, что на них практически невозможно говорить харикатху, поскольку они не понимают ее, не поймут. Много раз Шрила Прабхупад он сожалел. Перед тем, как оставить это тело, он говорил, что Шрила Прабхупад хотел сказать сокровенные вещи о баджане. Шрила Прабхупад уже сказал, но в очень таком простом виде. Он писал, говорил, он хотел дать нам много сокровенного, он хотел научить нас баджан рахаси и мистерии баджана, но кто может принять это, поскольку люди заняты. С какими-то материальными вещами. Ночью люди спят. Если практически 8 часов, если не больше. А днем люди заняты заработком денег, поддержанием родных и близких и прочих материальных людей. И так они весь день заняты. И таким образом они ночью спят. Их такое ночью тоже наслаждаются, пытаются как-то наслаждаться, и таким образом они теряют свое время. Гуру таттва – это такая таттва. Без гуру таттвы никто не может осознать ничего. И поэтому Шанкар Бхагаван говорит Деве, и вот Шанкар Бхагаван говорит Дурге, Гурубо Бхаво Санти Шишо Виттапка Харакаха.
Дурлаба Гурур Деви, Шишо Сантапахар. Can you show me kindly one Gurudev? Can you kindly show me one Gurudev? И вот он спрашивает, можешь ли ты мне показать кого-то, такого гуру, который может освободить своих учеников, последователей от всех проблем. Всех последствий грехов и всего прочего неблагоприятного. Покажи мне хотя бы одного, кто может исправить своих учеников и может помочь им развить сознание Кришны сейчас. Они могут брать деньги учеников и все прочие блага. Махадев говорит, есть таких... И вот Девадидев Махадев говорит, что есть бесчисленное количество таких гуру, которые только требуют деньги у учеников, но ничего не дают взамен ценного. Но такие гуру сознания Кришны не могут помочь развить своим ученикам. И поэтому Махадев Шанка Бхагаван говорит Деви, but they cannot help disciple to grow Krishna consciousness. So Guru Tattva is so rare. Guru Tattva is so secret Tattva. Guru Tattva — это очень сокровенная Tattva. Без осознания Guru Tattva никто не может достичь какого-то прогресса в Харибаджане. But problem is that we are always... Но проблема в том, что мы всегда думаем о своем собственном преимуществе. У нас нет представления о Гуру Таттве, должного представления. И Шрила Прабхупада говорит, что не осознав Гуру Таттву, мы не можем прогрессировать на пути Баджана. Мы думаем, что можем консультироваться с Гурудевом о духовных вещах. А зачем о материальных вещах его спрашивать? Вот кто-то спрашивает, зачем о каких-то других вещах спрашивать. И вот кто-то думает, что можно Гурудева спрашивать только о духовных вещах, о материальных не нужно. Но почему? Думаю, что Гурудев ничего не знает, но это не Гуру Даршан. И поэтому мы не можем прогрессировать в баджане, поскольку не воспринимаем Гурудева должным образом, как всезнающего. У нас нет такого полного самопредания. И из-за этого мы не прогрессируем на пути баджана. И Шрила Прабхупада говорит, в соответствии с шлокой Рупа Госвами Пада, вот они, Пилашита Шуньям. Все. Все, что мы делаем, если мы не видим связи с Кришна-севой, думаем только о каких-то корыстных интересах, просто хотим жить как-то без всяких беспокойств. И также желание такой спокойной жизни, это тоже можно сказать, что это пассивная кама. Это
И Шрила Прабхупад говорит, что это тоже пассивная карма, поскольку мы думаем о каких-то своих удобствах. Но секрет в том, что все нужно связать с божественным телом. Возвышенные души Парамахамса не знают, как все связать, даже негативные вещи. Они знают, как это связать все, даже негативное. Они знают, как связать с Кришна-бхаджаном, но обусловленные души, они не знают. Даже чистые преданные, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, даже судебные тяжбы он связывал, он занимал это в Кришна-бхаджане, но кто может так сделать, если я дам вам все возможности? То можете ли вы показать, что можете совершать бхаджан? То есть, если кому-то предоставить все возможности, то не факт, что человек будет совершать бхаджан, далеко не факт. Это не так просто совершать бхаджан, и поэтому Рупа Госвами Пад много раз говорил вот такие слова. И другое важное – анукулина. Это очень такое чувствительное, что даже день и ночь, если мы будем думать об этом, то мы не можем понять, осознать. Анукулина Кришна, Анушилана – это очень важно. Если мы не сможем совершать Анукул Бхаджан, значит, делать все благоприятно и благоприятно для бхаджана. Есть два пути бхаджана – позитивный и негативный. Негативный бхаджан совершал Камса. Тоже такой бхаджан, он думает о Кришне, но в негативном ключе. Нельзя сказать, что это бхаджан, он такой негативный бхаджан, поэтому его бхаджаном не называем. Он думал о Бхагаване, но хотел убить его, как-то навредить, но при этом непрерывно думал о Верховном Господе, Шишупал, Дандавака, Путана. Они все хотели убить Кришну, и вот таким образом совершали негативный бхаджан, никогда не думали об удовлетворении Кришны, а только о том, чтобы навредить ему, но тем не менее думали о Кришне. Большинство людей совершают негативный бхаджан. Позитивную проповедь они не могут понять, не могут осознать. И вот эта тонкая разница между негативным и позитивным бхаджаном, эта грань очень тонка. Если на миллиметр отклониться в какую-то сторону, то вместо позитивного бхаджана получится негативный, и наоборот, соответственно, как это все понять. И поэтому наша Гурага, Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакура. That's why our Guru Varga, Prabhupada Bhaktivinoda Thakura, they are going to mean. Они все. Which way? They are going to mean this way. Имеют в виду то, что. Krishnanusilanam mean for Gaudiya, not for other. Что для Гауди, для Сарасвата, Гауди Анукулина, это слово Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакура, что они имеют в виду этими словами. Под руководством Радхарани, поскольку без разрешения Радхарани, без одобрения Радхарани, одобрения Саки Манджари, имеется в виду это в конечном итоге одобрение Радхарани. Без этого мы не можем даже начать Гаудия Бхаджан. Мы можем совершать Нарайна Бхаджан, Вишну Бхаджан, Нарисимха Бхаджан, но не Кришна Бхаджан. Кришна Бхаджан невозможно совершать так. Если вы не сможете достичь уровня Парамахамсы, это и вот Кунти Деви говорит, но не все уделяют должное внимание этому.
Только Акинчан Нишкинчан, преданные только. Только Нишкинчан преданный может понять. Будьте осторожны. И не забывайте, только Нишкинчан Парамахамса преданные, они могут понять мистерию о Кришне применением нашего разума, денег, власти, суждений каких-то. Мы не можем достичь успеха. Этого мало. Если мы будем пытаться материальным умом, деньгами, властью пытаться как-то понять Кришну, то ничего не получится. Майя, она просто откинет нас. И вот Кришна Бхаджан, он очень сложен. Мы не должны думать, что Гурудев чего-то не знает. Английского, экономики или еще чего-нибудь. Каких-то юридических моментов. Если мы так думаем, значит, наша гуру-таттва, она не полна. Наше представление о гуру, оно ущербно. И поэтому мы думаем, что Гурудев что-то не знает. Когда мы думаем, когда мы сможем осознать, кто такой Гурудев, то, что Гурудев, он Бхагаван, можем ли мы осознать это? И можем ли мы прикоснуться к Шилограму и сказать, что Бхактивалав Тиртагасай Махарадж просил кого-то взять Шилограм в руку и поклясться, что он хочет достичь только Кришны, но никого не находилось, поскольку у всех есть какие-то необхилаши, посторонние желания, и вот мало кто, можно сказать, даже никто не осмеливался поклясться, что ему нужен только Бхагаван и ничто иное. Люди хотят достичь Бхагавана, но еще вместе с Майей или еще с чем-то, но они хотят достичь Бхагавана, поэтому приезжают издалека ради этой цели, но хотят достичь Бхагавана в их собственном понимании. Шрила Прабхупада говорит, те материальные люди, Кришна, они могут думать о Кришне, такие материальные люди, и вроде ходят с тилоками, с малой, приняли прибежище у каких-то гуру, но и в соответствии с их представлениями о Кришна-таттве, они могут думать о чем-то еще. Ну, то есть они не о Гуру-таттве думают, а о чем-то еще, не о Кришне, а о чем-то другом. Хотя, может, внешне похожие, но это не Кришна и не Гуру-таттва. Без полной стопроцентной милости Гурудева мы можем запомнить множество шастр, говорить много лекций, принимать множество учеников, строить много храмов, но это не имеет никакого смысла. Шрила Прабхупада говорит, так называемые преданные вокруг мира, имеется в виду какие-то эти, так называемые гуру принимают множество учеников, у кого-то титул километр длиной. Но какое дело это имеет к нам? Мы не можем совершать Кришна-бхаджан таким образом, и поэтому анукулина — это слово Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакура всегда говорили анукулина. Без одобрения Радхарани Кришна ничего не принимает. И как мы можем что-то сделать? Почему Мирабай совершал такой прекрасный баджан, великолепный баджан?
за пределами представления, но все же этот Мирабха не смог достичь Нанда-Надана Шри Кришны. Почему? Поскольку он не готов, она не готова была следовать Радхарани. Она совершила баджан своим образом, она обрела Кришну. Но все же она как-то обрела Кришну, но Радхарани не следовала, но не полностью. Почему Лакшми не... Лакшми до сих пор совершает аскезы? Потому что она не следует Радхарани. И вот наш Гаудия Бхаджан, мы должны понять, насколько сложен он. Какова глубина Гаудия Бхаджан? Анушиланам, значит, если мы перевести, какая-то будет зарядка или упражнение, доза, как сказать, тренировка, но не совсем правильно. Такого слова нету, примерно какая-то тренировка, зарядка, что-то подобное. И Анукулина Кришна Анушиланам. Анушиланам значит такая какая-то практика, тренировка. Но Шрила Прабхупад что хотел сказать? Кришна Анушиланам на санскрите. Ану, если разделить, Ану плюс Шиланам. Шиланам значит обязанности. Наши эти, то, что мы пытаемся делать, это должно быть одобрено Радхарани. Шри здесь значит Радхарани. И вот главное значение слова Шри – это Радхарани, а второе – Лакшми. Но первое – Радхарани, поскольку все Лакшми, они исходят из лотосных стоп Радхарани. И изначально Лакшми – это Радхарани. Понимаете, о чем я говорю? И таким образом Шрила Прабхупад говорит, оно значит непрерывно, без всяких интервалов, без обрывов. В нашем баджане не должно быть никаких обрывов, никаких этих. Ну, наш баджан должен быть беспрерывный, без такой, без... И мы достигнем успеха в нашей жизни, когда в нашем харибаджане не будет никаких перерывов. Он будет не непрерывный и безупречный. Когда мы будем делать все для Кришны, как Бхактивинода Тхакура, хотя он работал этим местным губернатором, как он мог совершать баджан, а мог еще как, множество киртанов писал, множество книг, повторял много харинама. А как вот он все делал, поскольку он все свое свободное время посвящал Харибаджану. Если на работе был какой-то перерыв, он все это занимал в Кришна-баджане, как это было возможно. И таким образом Бхактивинода Тхакур, он посвятил всю жизнь, все. Он все посвятил Бхагавану. А мы столь неудачливы, что не можем обрести такого, хотя множество удобств нам дается, нам не нужно изучать множество санскритских терминов. Бхактивинода Тхакур это все собрал и дал нам, нам только принять это остается, но все же терпения у нас нету. Как мы можем развить терпение, поскольку материальное желание у нас есть? Если у нас есть какие-то материальные желания, то терпение, как правило, таких людей не бывает. Но Кришна Бхакта, они лишены всяких посторонних желаний, поэтому они спокойны. А все другие, они постоянно мечутся туда или сюда. И кто такие враджаваси?
Вриндавана Дас Такур в Раджавасе, Кришнадаска Вираджгасвами в Раджавасе, Рупа Госвами или Санатан Госвами, Джив Госвами, Шрила Прабхупад, Бхактин Такур, все они в Раджавасе, Шрила Пури Госвами Махарадж, Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, они тоже в Раджавасе, ну как? Да, поскольку Шрила Прабхупад говорит, что те, кто служат Кришне, Нанданандане Шри Кришне, всем сердцем, под руководством в Раджавасе, без всяких перерывов, и всегда думают об удовлетворении Шри Кришны и в соответствии с Бхагаватамритой, они все в Раджавасе хотят посвятить свою жизнь Кришне, как эти борцы за свободу готовы умереть ради страны, ради Родины. Мы тоже подобны таким борцам за свободу духовным. Мы не можем вернуться. То есть я, например, в своей жизни никогда не отступал от своих целей. Если кто-то возмущается такой, то все равно никогда не отступаю. Шрила Прабхупада говорил, очень часто, что без стопроцентного самопредания, стопроцентной преданности Бхагавану Шри Кришне, никто не может говорить так. Нишкапат, абсолютно, никто не может говорить так об абсолютной истине. Без стопроцентного самопредания лотосным стопам Гурудева Бхагавана, никто не может говорить об абсолютной истине, так или иначе, люди будут пытаться спрятать что-то, что-то скрыть. Как, например, если кого-то отругать за то, что он что-то неправильно сделал, то некоторые люди обижаются и не приходят больше. Но люди должны понимать, что это их удача, то, что им указали, что они делают неправильно, что у них есть шанс исправиться и идти по правильному пути, а не обижаться на все подряд. То есть такие некоторые люди думают, что вайшнавы те, которые никого не ругают, никому не говорят, что делать. Вот, и таким образом мы можем сказать о Вриндаване Дас Такур Махашой. Я уже сказал о нем, что Вриндаване Дас Такур Махашой, он в Ясаде. Он явился как Ясадев и Кусума, и Кусума Пирас Сакха, такая двойная аватара, как Ясадев и друг Кришны. О Вриндаван Дас Такур Махашой. И вот Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами снова и снова, если вы будете изучать читание Читамриту, то там можно найти, что там многократно говорится, что он молится о том, чтобы обрести милости Вриндавана Дас Такура Махашоя. Без его милости никто не может понять Гоура Лилу. И вот он пишет читание Чайтамрити на Бенгале. Что то, что он написал, это уникально. Никакой человек не может написать ничего подобного. Бриндаван Дас Мукхе Бхакта Свайам Сри Чайтанья. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, что Вриндаван Дас Такур пишет, но это... Ну, а на самом деле это Шри Чайтанья Махапрабху пишет, которое пребывает в его сердце. Бхакта Чайтанья Чайтанья Махапрабху
И вот эта книга, которая полна сиддханты, о Чайтанья Бхагавате, наш Бхактивинода Тхакур очень часто говорил. И вот наш Бхактивинода Тхакур очень часто говорил, что лучше перестать читать Чайтанья Чайтамриту, а изучать Чайтанья Бхагавату. И вот Бхактивинода Тхакур часто говорил, что лучше прекратить читать Чайтанья Чайтамриту и начать читать Чайтанья Бхагавату. Вот более практично мы осознаем, поймем всю татву. И вот главное в том, что Шрила Прабхупад хотел сказать, когда в нашей жизни, если в нашем баджане когда-то мы развеем такое, чтобы служить Кришне непрерывно, даже во сне, мы не сможем оставить Кришну Севу. И в то время, будьте уверены, вы Сидда Махатма, Баджан Сиддхи, когда вы достигнете, никто не может сказать. Обманывают, пытаются как-то обмануть вас. Только Шрила Прабхупад говорит, тогда когда мы поймем, что наш баджан достиг совершенства, тогда, когда мы увидим, что наш баджан непрерывен, нет никаких промежутков в нашем баджане, мы постоянно хотим совершать больше и больше служения, и в тот день вы осознаете, что вы достигли совершенства в вашем баджане. Это возможно только с Парамахамса Гуру Варгой, как можно наблюдать. Я сидя на Вьясасане, рассказываю то, что я видел своими глазами. Я видел Гуру Махараджа, он вроде спал внешне, но его язык, он непрерывно повторял святые имена. Я думал, он спит, но когда присмотрелся, увидел, что он повторяет Харинам, хотя внешне спит всю ночь. И вот мы должны понять Гуру Татву, Кришна Татву. И поэтому Махадев Шанкар Бхагаван говорит, есть множество групп, множество гуру в этом мире, но мало кто может освободить своих учеников от всех грехов, а освобождает от денег только. Вот Махарадж, когда учился, писали перьевыми ручками, вот пример такой приводит, что Садгуру подобен такой Прамакашке, который забирает все грехи, все огрехи, все недостатки, все последствия этих грехов. И если у искренних учеников, и тогда Гурудев может вот забрать все плохое с нашей жизни и освободить нас от всех последствий наших грехов. И он может вложить в наше сердце чувство Кришна Севы. Как можно развить это настроение Кришна Севы только тогда, когда Гурудев, если наш Садгуру успешен в том, чтобы передать это чувство Севы в наше сердце, это называется Бхакти Лата Биджа. И вот поэтому пытайтесь понять. Я хочу обсудить много вещей, но времени на все не хватает. Шрила Прабхупад много раз говорил, будьте уверены, что Шрила Вриндаванда Тхакур Махашой, он единственный гуру в нашей Гауди Сампрадае. Шрила Прабхупад много раз говорил, будьте уверены, что Шрила Вриндаванда Тхакур Махашой, он единственный гуру в нашей Гауди Сампрадае. Как? Что вы говорите? У нас нет других гуру, так много гуру.
Что вы имеете в виду? Шрила Прабхупад говорит, нет, если вы осознаете Гуру-таттву, то вы поймете, поэтому мало кто может понять, что Шрила Прабхупад имел в виду. Те, кто обрели милость Шрила Прабхупады, мы видели. Кто-то из наших гуру-ваги, они были против Шрилы Прабхупады, они не смогли осознать, говорили какую-то свою личную отсебятину, философию. Можно вот посмотреть, что, ну, насколько это отличается от учения Шрилы Прабхупады. То есть можно видеть, как многие люди несут какую-то свою философию вместо того, чтобы проповедовать учение Гуру-варги. Когда Шрила Прабхупад ушел, не хочу их называть. И вот какой-то выбранный ачарья, какого-то ачарья выбрали, он потом отклонился от пути Шрилы Прабхупады. Винода жаловался на него, что сейчас он полностью отклонился от пути Шрилы Прабхупады и хочет даже украсть даже пытается забирать эти малы, которые получены от Шрилы Прабхупады. Ну, этот, в общем, ачарья воровал малы у других, чтобы они у него заново харинам получили. Он до такого опустился. И вот когда кто-то совершает вайшнава парадхи, то они падают до такого уровня, что их сознание опускается на уровень животных. Хотя вот можно вот наблюдать, к чему приводит общественное мнение. То есть выбрали вроде бы самого достойного человека, а он так подло и низко себе вел всю оставшуюся жизнь, заняв пост ачарья. И вот даже вот здесь говорится, что даже если Шанкар Бхагаван совершит оскорбление, то он тоже будет наказан. Если он совершит оскорбление воды с вайшнава парадха, это такое, что если мы совершим эту вайшнава парадху, то наше сознание опустится на столь низкий уровень, что даже с животным такого человека нельзя сравнить. Это будет непочетно воды животного. Вот Анибхилаш может нас скинуть с пути Бхаджана. Шрила Прабхупад говорил, будьте уверены, что Вриндавадас Такура Махашой, он наш, он единственный гуру всей Гауди Сампрадая. У кого-то может сомнения какие-то быть, почему Шрила Прабхупад говорит так. Ну, не каждый может понять, если мы осознаем Гуру-таттву, то тогда мы сможем понять, иначе нет. Много раз я говорил и раньше, и еще раз повторю, что Гуру-таттва не может быть разделена на части. Гуру-таттва одна и неделима, не нужно пытаться ее разделить. Если я могу видеть моего Гуру-падпадму внутри силы Шитады в Госвами Махараджа, если могу видеть моего Гуру-падпадму внутри силы Кешава в Госвами Махараджа, то тогда мой Гуру Даршан совершенен. Совершать Кришна Баджан, Гуру Баджан. Для этого нужно принять решение, что мы не будем совершать первое решение, первый обет, который мы должны дать, что мы не должны совершать никакой асатсанги в нашей жизни. Any aspect.
Шрила Прабхупад, плача, говорит, вы обещали мне совершать Кришна Паджан. И поэтому я дал вам Харинама, вы обманули меня. Как это возможно? Вы пообещали мне совершать Кришна Баджан, и сейчас вы делаете что-то иное. Почему? Вы хотите обмануть меня? Но Шрила Прабхупада невозможно обмануть. Такие люди, они обманывают себя, хотя думают, что обманывают Шрила Прабхупада. И таким образом Гуру-таттва, она неделима, уникальна. И от одного источника, от Гуру, да, все другие садгуру, они приходят. Но мы не можем понять, если мои Пушпанджали, которые я предлагаю в адрес лотосных стоп Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, если мои Пушпанджали в адрес лотосных стоп Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа достигнут лотосных стоп моего Гурупад Падме Шрилы Пури Госвами Махараджа, то тогда, несомненно, мои Пушпанджали совершенны. Если у нас достаточно удачи, тогда мы сможем совершать Гуру-севу. Не думайте, что Гурудев какой-то нищий. Хотя внешне кто-то думает, что Шрила Пури Госвами Махарадж нищий, что у него ничего нет, но все сокровище Галоки ждет его. Но внешне может выглядеть, что он не столь богат, как и у многих такой даршан. Много людей пытаются избегать Гурупад Падму. Но думали, что он какой-то нищий саду, нет ни учеников, ни храма, ни денег. И потом они обнаружили, что Гуранга Махапрабху, он взял Шрилу Пури Госвами Махараджа к себе. Как можно вспомнить, что Гуранга Махапрабху, он хотел, взял Харидаса Такура к себе на колени и танцевал с ним. Сам Бхагаван хочет взять таких преданных к себе, а кто мы, чтобы оскорблять их? И много людей, наши эти братья-боги так называемые, тоже оскорбляли его, не хочу называть их. И Гуру Махарадж однажды отправил меня по какому-то служению в какое-то место. Внешне этот человек Гуру Махараджа очень уважал. И вот я, и после этого он сделал такое замечание. Я подумал, как он посмел вообще. Ну, в общем, какую-то ерунду сказал. Я подумал, что этот человек в будущем пойдет с духовного пути из-за таких мыслей. Я ему ничего не сказал, Гуру Махараджа тоже ничего не сказал, поскольку Гуру Махарадж Антарьями, он и так знает все. Но опять же, не нужно забывать, что Гуру Вайшнава не Антарьями, но в соответствии с одобрением Кришны. Иногда Кришна хочет совершить какую-то лилу, делает так, чтобы Гуру Вайшнавы чего-то не знали. Not equal to him. I don't like to name.
Ну, в общем, история о том, что вот, Шрила Пури Госвами Махарадж отправил Бабаджи Махараджа к какому-то, ну, какому-то Махараджу, чтобы тот, ну, чтобы тот помог сделать какое-то маленькое служение. А тот, вместо того, чтобы сделать, сказал, что у Гуру Махараджа есть очень богатый ученик, который может все за нас сделать. Вот, и Махарадж подумал, что это непочтительное. Небольшое служение мог бы и сам сделать, чем кому-то передавать. Вот, и Махарадж подумал, что этот Махарадж вскоре падет, и действительно так случилось. So, this way, see, we in bonded condition, we are in bonded condition, we like to pass comment about Vrindavan. И вот некоторые люди в обусловленном состоянии пытаются делать какие-то замечания о Вриндаванадас Такур Махашое, что он не столь милостив, как Кришнадас Кавирадж, что угрожает тем, кто не будет читать его, читание Бхагавата, что это. Обычные люди, которые совершают оскорбления, они вот так накапливают свои оскорбления. Однажды вот, Гуру Кишорадас Бабаджи Махарадж пришел с Ванадасу Кадакунджа и говорит Бхактивинода Такуру. И вот в общем, там кто-то возмущался, что зачем что-то Харидаса Махапрабху отстранил от себя, зачем так жестоко. Вроде тут ничего не сделал, только подумал, и столько наказания. Шрила Прабхупад часто говорил, что даже демоны могут цитировать Писание. Кому-то смешно можно. Смешно может показаться, но если вспомнить Хираньякашипу, он Хираньякшу, тот очень прекрасные, правильные вещи говорил, но применить их в своей жизни он не мог. И так можно заметить, ну, есть такое правило, что если мы что-то не можем применить в своей жизни, следовать этому, то пытаться учить этому других нехорошо. И вот Хираньякша, он утешал мать, когда этот Хираньякашипу утешал свою мать и прочих родственников, которые горевали о смерти своего этого, о смерти его брата, о мать, жизнь не вечна. Но хотя он говорил, сам этого не мог осознать.
Хотя говорил вроде бы очень правильные вещи. Вот Шрила Прабхупад говорил, что даже демоны могут цитировать Писание, как Равана, Равана вроде такой. Демон, хотя образован, очень образован был, что каждый день совершал арати Шиве Махадеву и сочинял стихи на санскрите, как каждый раз новые. Очень такие хорошие стихи сочинял. Если мне есть вера в Гурудева, как я могу бросить вызов Гурудеву? Но как Ванасуру? Как у Ванасура? Вот он попросил у Махадева благословения, чтобы у него было 1000 рук, и потом тут захотел побить Махадева, потому что некого больше было бить. Не было достойного противника, и вот Махадев пообещал, что не беспокойся, скоро достойный противник появится. И действительно, вскоре появился Кришна и обрубил ему все руки. 4 руки только осталось, поскольку Кришна пообещал Прахлад Махараджа, что в его этой династии никого убивать не будет. Поэтому ни внука не убил, ни правнука, иначе бы Кришна убил, но поскольку... Кришна пообещал никого не убивать, то все живы остались. Вот. Даже демоны могут цитировать Писание. Они изучают Писание, чтобы как-то найти одобрение своим плохим действиям. И также можно видеть сейчас, многие лекторы тоже пытаются оправдать свои действия какими-то цитатами, вырванными цитатами из Писания без контекста. И вот что Бхактивинода Тхакур пишет. Мало кто заинтересован в том, чтобы перевести на английский. Если я покажу вам на эти статьи Шрилы Бхактивинода Тхакура, весь мир может сойти с ума, но читая их, но никто не читает, поскольку если бы не читали, то они увидели бы то, что в них написано против их. Этим, их жизни идет. И кто такие в Раджаваси? Я уже сказал, Вриндавана Стакур Раджаваси, Кусума Пирасака, Кришнадаска Врач Госвами, они все в Раджаваси. Вриндавана Стакур Махашой. В бенгальской литературе, в истории бенгальской литературы Шрила Прабхупад говорит, Вриндавана Стакур Махашой, он уникальная личность. То, как он представил Гуалилу, Нитянанда Лилу, мы очень благодарны ему. Он написал так много о Нитянанде. Он написал о Шичитании Махапрабху, но Но также он написал много сокровенного о Нитянанде. Каждый раз Кришнадас Кавраш Госвами молится о милости. I should not make any offer unto the Lord of Vrindavan.
И вот он молится о том, чтобы не дай Бог не совершить никакого оскорбления в адрес Вриндаваса Такура Махарши. И Вриндаваса Такура Махарши пишет: хотя я знаю, что мой Гурудев лучший слуг Нитянанды. Хотя мы знаем, что Нитянанда Прабху лучший слуг Гуранги в этом Сиддханте, но все же мой Гурудев, мой Господь, он первое проявление Гуранги, кто не отличен от Гуранги. И Вриндаван Дас Такур Махарши пишет об этом особенно. Мы очень благодарны Вриндаван Дас Такур Махарши, поскольку он хотел даровать нам особую милость. Он хотел поместить свои ноги на наши головы, это свои стопы. И мы очень благодарны, поскольку мало кто способен сделать это. Если мы хотим взять пыль с лотосных стоп Гуру Вайшнавов, мы очень, должны быть очень осторожны. Шрила Вамгасвами Махарадж очень был, не хотел, чтобы кто-то его стопы трогал. И многие Гуру Вайшнавы не дают никому прикасаться к их стопам. Однажды один преданный прикоснулся к стопам Гуру Кишода с Бабджи Махараджа, тот спросил, зачем. Ты встретишься с великой опасностью в своей жизни. Тот думал, что Бабаджи Махарадж проклял его. И вот он пошел жаловаться Шри Прабхупаде и сказал, что сегодня я прикоснулся к стопам Шрилы Гуру Кишода с Бабаджи Махараджа. Тот сказал, что это я встречусь с большой опасностью. Шрила Прабхупада засмеялся и сказал, что у нас нет права прикасаться к их лотосным стопам. Пыль с их лотосных стоп очень важна, что Кришна Бхагаван хочет. Сам Кришна Бхагаван хочет взять пыль с их лотосных стоп. Даже Гуранга хочет взять пыль с их лотосных стоп. Я могу показать им из Бхагавата. Бхагаван говорит им: я бегу за преданными, чтобы... А зачем? Чтобы обрести пыль с их лотосных стоп. Когда они идут, то пыль за ними поднимается. И я иду за ними, чтобы эта пыль попадала ко мне на голову. И вот Бхагаван говорит: и вот здесь я прославляю пыль с лотосных стоп гопи, ваджа гопи. И как? Аша, о, чарна рену, аша. Это мой дезерт,
это мое желание обрести пыль из всех лотосных стоп. Вот Удава говорит, что молится не о том, чтобы много пыли получить, а всего лишь пылинку с лотосных стоп гопи. Джайдев Госвами пишет. Многие думают о Кришне Радхаране как обычную женщину, обычного мужчину, но поэтому запрещено говорить о Рупануга Рагануга Баджане обычной публике. Шрила Бхактивинода Тхакура многократно предупреждал об этом, но кто следует этому? И таким образом у нас нет права критиковать Вриндавана Стакура Махаши, но обычно люди критикуют, когда Нитянанда Прабху он хотел ударить Шивананду, но когда... И вот однажды Нитянанда сказал, что я очень голоден, где же этот Шивананда, что он ничего не делает, не готовит. И сказал, я проклинаю, чтобы все дети Шивананды померли. Я очень голоден. И вот за то, что и вот жена Шивананды начала плакать, что Гасай проклял всех наших сыновей. И Шивананда сказал, о, это ж как хорошо. Почему ты плачешь, если мои дети умрут по желанию Нитянанды, это очень хорошо. Чего ж ты плачешь? И тогда Шивананда пошел к Нитянанде, и Нитянанда ударил его ногой слегка. И Шивананда обрадовался, сказал, сегодня ты одобрил меня. Ты поставил буквально штамп на мне, что я твой. Обычные люди под руководством чистой Гуру Вайшнавов, если мы поймем Сиддханту, то тогда мы осознаем, почему всю Сиддханту мы должны понимать под руководством Гуру Вайшнавов, под руководством самоосознавшей себя души подлинного Шикша Гуру. И вот Вриндавана Стакура Махаши говорит, после того, как множество свидетельств я привел, если кто-то не готов принять Нитянанду Гурангу, я готов ударить ногой такого человека. И Шрила Бхактивинода Тхакура Прабхупад говорят, что мы очень удачливы. Вриндавана Стакура Махаши, он, если он пнет нас, то что это значит? Значит, пыль с его лотосных стоп попадет на нас, и это изменит наше сердце, поскольку без пыли с лотосных стоп Парамахамсы мы не можем изменить наш скверный характер. Прохлад Махараджи говорит, если буду говорить о ситуации в то время, вы будете удивлены, как это возможно для Вриндавана Стакура Махаши жить в такой ситуации. Несколько часов назад,
И вот этот Вриндавана Стакура Махашоя родился через 4 года после того, как Гауранга Махапрабху принял саньясу. И вот Вриндавана Стакура Махашоя никогда ничего не говорил о себе, как Локанат Госвами или как Гопал Бхатта Госвами. Вот они были очень осторожны, они просили. А, то есть они о себе ничего не оставили, никаких свидетельств. Вриндавана Дас Такура Махашоя ничего не говорил. Вначале мы должны знать, очень важное, но времени мало на все. И вот Вриндавана Дас Такура Махашоя родился 4 года спустя того, как Махапрабху явил лилу саньясы, как он принял саньясу, и когда Гауранга Махапрабху ушел, ему было около 20 лет. Шрила Прабхупада множество комментариев дало Вриндавана Дас Такура Махашоя. И Нарайани Деви. Это Нарайани Деви, это мать Вриндавана Дас Такура. А имя отца не описано, поскольку когда Вриндавана Дас Такура был в чреве матери, тот отец умер. Даже перед тем, как... То есть его отец умер перед его рождением. А кто был отец, тоже неизвестно. Но Шрила Прабхупада сказал, что несомненно то, что Шивас Пандит, жена Шиваса Малини, дома отца Малини был в Мамгаче. Они получили полную милость Нитянанды, и Гауранга Малини получила полную милость Нитянанды Адвайты Гасая. Полную милость. Сачимата. Она очень любила Малини. Все время Сачимата она жила с Малини. Очень заботилась о ней, это Малини. Ее этот дом отца был в Мамгаче. Это где Видьянагар. И вот там, в доме отца, и там она женилась, в смысле замуж вышла. Она была дочерью то ли Шрирам Пандита, то ли еще кого-то. И вот Шивас Пандит. Брат Шивас Пандита. В общем, чья-то родственница. Мать Вриндавана Дас Такура, она дочь брата Шивас Пандита. Вот так. И Вриндавана Дас Такура Махашоя пишет, когда и вот Вриндавана Дас Такура пишет, когда моя мать, она получила милость Гауранги Махапрабху, она обрела полную милость Гауранги Махапрабху, когда вот около 4 или 5 лет ему было.
Тогда, когда Гора Лила происходила в Новодвипе, то тогда он принимал прасад часто и угощал прасадом мать Вриндавана Дастакура. Вриндавана Дастакура Махашу пишет, что он часто доедал прасад за Махапрабху. И даже с этим глупые сахаджи, они пытаются какую-то грязную историю придумать. Однажды Гауранга Махапрабху сказал: она плакала под именем Кришны, она действительно начала плакать в разлуке с Кришной. Но эти сахаджи тоже какую-то грязную историю придумали на этот счет. И таким образом Вриндавана Дастакура Махашу родился в Мамгаче. В доме отца по матери, в общем, дяди по материнской линии, и потом и он был также последним учеником Нитянанды Прабху. Перед тем, как Нитянанда ушел из этого материального мира, Вриндавана Дастакура дал посвящение Вриндавана Дастакура Махашу и благословил его. И по милости Нитянанды Прабху описал читание лилу, читание Бхагавату. И в читании Бхагавате он пишет: больше сокровенной таттвы у Нитянанды. И он написал множество сиддхантов Нитянанды Прабху, что у Нитянанды Прабху, что в итоге по желанию Гауранги Махапрабху он прекратил писать, поскольку другое служение должен был совершать Кришнадас Кавач Госвами, он должен был продолжить. И вот, несмотря на то, что много написал, он вынужден был прекратить. Вот Кришнадас Кавирадж Госвами по желанию Вриндавана Дастакура и других вайшнав, он написал читание Чайтамриты. Описал последние лилы Махапрабху Кришнадас Кавирадж Госвами. Говорит, что Вриндавана Дастакура с таким вдохновением писал о Нитянанде Прабху, что он думал, что это сделал, эта книга будет слишком велика. И в итоге он прекратил писать, чтобы Кришнадас Кавирадж Госвами смог продолжить описывать. И с Джанава Такурани, после того, как Нитянанда ушел из этого мира, Джахнави Такурани, он отправился в Кетури, на Кетури Утсав, который организовал Наотам Дастакура.
такой великий праздник. Набутам на Бхавишьяти, тот, как кто не было ни в прошлом, ни будет, ни в будущем. Он был несравненен. И на этом празднике этот Джанава Такурани и Вриндаван Дас Такур Махарши, они отправились туда, времени больше нету. И сегодня мы просим милости Вриндаван Дас Такур Махарши, чтобы совершать искренний Гауранга Бхаджан без всякого лицемерия. Мы молимся его лотосным стопам Вриндаван Дас Такур Махарши. Спасибо.